Среди героев гражданской войны есть те, кто по-прежнему вызывает симпатию. Просто потому, что всегда, несмотря на обстоятельства, оставались приличными людьми. Дорогие подписчики, хотим порекомендовать вам YouTube-канал главного исторического портала страны «История РФ». Михаилу Васильевичу Фрунзе, известнейшему красноармейскому полководцу, довелось поставить не одну точку в той войне. И на Колчаковском фронте, и в Средней Азии, и в Крыму.